Сегодня во второй половине дня по тревоге были подняты все экстренные службы Черкесска. По сценарию учений противопожарной охраны МЧС России по Карачаево-Черкесии горело здание 19-й гимназии. О причинах и последствиях учебного ЧП Ахмат Халкечев. Таких масштабных учений огнеборцев в школах Карачаево-Черкесии еще не было. К месту условного ЧП за считанные минуты прибыли 18 единиц техники всех экстренных служб города, 12 из которых были со спецоборудованием от МЧС. В борьбу с огненной стихией приступило 74 человека, снаряженных в специальную экипировку. По предварительной версии, причиной пожара стали внезапно загоревшиеся шторы в актовом зале на втором этаже гимназии. На данный момент спасатели эвакуировали всех людей со всех трех этажей учебного заведения и приступили к локализации огня. В какой-то момент на крыше здания спасатели замечают людей, которые вышли туда, не найдя других отходных путей. Оперативный штаб, экстренно развернутый во дворе гимназии, принимает решение незамедлительно эвакуировать их. Ведь огненная стихия по сценарию как раз бушует именно под той кровлей, на котором они дожидаются своего спасения. Другая группа спасателей, облачившись в специальную защитную форму, внешне напоминающую скафандр космонавтов, вызволяет уже успевших пострадать от продуктов сгорания. Первую экстренную медицинскую помощь на месте им оказывает бригада неотложек, прибывших на месте практически вместе со спасателями. Мы уверены, что если, не дай бог, что-то случится, нам есть на кого надеяться. За учениями с неподдельным детским интересом следили и школьники, которым уже меньше чем через неделю грызть здесь гранит науки. Понравились вам учения? Да. Хорошо, да. Вы полностью наблюдали? Да. Да. С самого начала. А что больше всего запомнилось? Как они снимали людей. Положительную оценку уровню взаимодействия противопожарной охраны, экстренных служб и спасателей дал руководивший ходом учений заместитель начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Антон Приходько. Людей нужно научить, показать, может быть, на какие-то ошибки указать внимание. Учения проводятся в рамках подготовки к новому учебному году с целью повышения уровня безопасности на объектах образовательных учреждений республики. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.